Гоша Гачвар? Фюр. Вы примете меня, даже если я скажу вам? Только вы не знаете этого. В общем, ребят, я... Я лысею. Я знаю, для вас это шок. Я знаю, для вас это новость, но... Я лысею. Примите ли вы меня? Даже если вдруг я стану... лысым. Вы правда меня примете? Я знал, что могу на вас в любой момент положиться. Бибей, мы принимаем тебя таким, какой ты есть. Борец Фури Дучи. Каждого из вас я возьму вот так. И на кожный болт. И... Да-да. Да-да, с каждым из вас. С каждым. Пошли нахуй! Вы все идете нахуй. Каждый идет нахуй. Абсолютно каждый. Поворачиваетесь и пиздуете нахуй. Табличка нахуй и стрелочка туда, и вы пиздуете туда нахуй. Каждый. Абсолютно каждый. Ну чё, чатик, блядь, сейчас я вам нахуй черепушек пробью, блядь. Ваш темечко, давайте-ка проверим, что у вас в очередной коробке. Это юмор, это прикол, то есть, но не в смысле то, что я пошутил, что я вам бошку не разобью, я сейчас, блядь, тут месиво устрою, нет, просто само месиво, сама угроза, это юмор, это смешно, то есть, это юмореска, понимаете, это юмореска, всего лишь юмореска, всего лишь тюк-тюк-тюк, блядь, тюк-тюк-тюк. Вот он я, ребята, вот он я тот самый гений, так сказать, Стив Хуис, это я, гениальнейший из людей, именно я, кто не верит в это, тому темечку пробил. Привет, дорогой подписюн, слушай, у меня тут сейчас такие уж себе сомнительные дела, ты не против, если я вдруг возьму у тебя взаймы на... дарственную 150 рублей, пожалуйста. А если не дашь 150 рублей, я тебе сломаю все пальцы на руках, ногах и твоей матери тоже. Пожалуйста. А если еще и 200 рублей, то я буду так счастлив. И мне не придется драться с бомжами за еду насмерть. Мирного решения не будет. Чат, я вам этого не говорил. Да и никто вам этого не скажет. Но это скажу вам я. Вы все мои большие шишки.